Готовность номер один. Все образовательные учреждения области готовы к новому учебному году. 1888 заведений прошли оценку экспертов и смогут принять учащихся в сентябре. Приемочные комиссии завершили свою работу 20 августа. И сегодня мы можем сказать о том, что все учреждения, в том числе дошкольные, общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, среднего профессионального образования, готовы к началу нового учебного года. В течение августа специально созданные на каждой территории комиссии проверяли объекты на безопасность, а также соответствие санитарным нормам. Особое внимание пожарной безопасности инспекторы провели инструктаж с руководителями школ и педагогами. В этом году добавилось еще одно требование от Санпина. Теперь на входе в школу термометрия – обязательная процедура, а в каждом классе, столовой и санузлах должны быть антисептики. На сегодняшний день Министерством образования разработаны методические рекомендации и направлены в образовательные организации по организации учебного процесса в новых условиях. Это и комбинированное расписание, это и сдвинули по времени начала уроков, то есть каждый класс будет фактически заниматься по персональному расписанию, соответственно, это накладывает свой определенный отпечаток. Да? Максимально развели пересечение потоков обучающихся и так далее. То есть все необходимые меры безопасности с 1 сентября в образовательных организациях будут выполняться.